Ну, здравствуйте, теплолюбивые. Вот прошел год, и мы снова в Москве. Снова на Акватерм. И это юбилейная, 25-я выставка. Хотел заметить, что раньше выставка проходила вон в том выставочном комплексе. Не знаю, скорее всего, конечно, это все связано с эпидемиологической обстановкой. Но теперь участников намного меньше. Что, кстати, очень грустно. И теперь выставка проходит вот в этом маленьком здании. Ну, маленьком как? Относительно того здания. Ну что же, буду надеяться, что нас ждут все-таки какие-то новинки на данной выставке. Ну, в общем, пойдемте, посмотрим.